Ради этого стоит работать? Да.
Сказать на самом деле, что очень часто люди становятся менталитет городов, менталитет стран. На самом деле, когда человек работает с интернациональными ценностями, быть здоровым, быть богатым, дать их будущее детям, или посмотреть себя, показать, вот Айзен как раз представит эти возможности. И причем, на самом деле, знаете, когда мы работаем в городах, когда мы работаем дома, то мы иногда, говорят, с деревьев леса не видно. И там мы отдаем себе отчет о масштабности нашего бизнеса. И только когда приезжаешь на конференцию, когда видишь этих коров из Мексики, из Латинской Америки, из Азии, из Африки, из Европы, из России, из СНГ, все, только там понимаешь величие нашего бизнеса, масштаб нашего бизнеса. Посмотрите, у нас сейчас здесь 2000 человек. 2000 человек. Когда мы приехали на конференцию в Рим, было 5500 только одних золотых директоров. Только одних золотых директоров 5500. Что такое 5500 провести конференцию? Сколько самолетов надо, чтобы 5500 человек одновременно вывезти, одновременно накормить, одновременно поставить зал, увезти, разместить, перевезти обратно? Очень важно. Из Африки, из Латинской Америки, из Азии, из Китая, из России, из Европы. Я каждый раз вспоминаю, как раз я видел просто на Ютубе ролик Тарасова. Помните, у нас был такой тренер хоккейный? Как раз вот он Харламова тех времен. Вот. И он там просто рассказывает о том, вообще просто у них очень интересные, уникальные люди. Вообще все люди, которые бывают чего-то хорошего, большого, они уникальные. Он там просто почувствовал, что он набрал команду, сборную, из ЦСКА, из Крыльцовета, из Динамо, из Спартака. И они все между собой немножко вот так вот. Мы из Спартака, мы из ЦСКА. А он это услышал, говорит, так, все на лед. Все на лед. По кругу. Быстрее. Быстрее. Быстрее попробую. Потом говорит, Спартак, стой! Спартак остается, все остальные продолжают бежать, пусть мало. Ну не стали, он опять раз, быстрее, 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 попробуй. Потом говорит, ЦСКА, стой! ЦСКА останавливается, все остальные ведут, так не спотыкается, падают, опять пусть мало. Он говорит, все попробуй, быстро, быстро, все попробуй. Так, а теперь крылья Завета, стой! Крылья Завета останавливаются, все не спотыкаются, падают, опять пусть мало. Харламов первый догадался. Когда он в очередной раз запустил по кругу, и он говорит, ЦСКА, стой! И вдруг Харламов кричит, ребята, не останавливайтесь, мы не ЦСКА, мы сборная. Мы не ЦСКА, мы сборная. Ребята, мы все принадлежим Орифлейму. Мы все с вами. Это Орифлейм. Мы сборная мира. Украина и Россия. Египет и Индонезия. Казахстан и Латинская Америка. Мы все сборная. С чем я вас поздравляю. Смотри, смотри, Евсейская арка, Евсейский поля, Триумфальная арка.
будет вся для тебя, понимаете? Вот, это будет ваше удовольствие. Ваше удовольствие. Чем больше людей будет благодаря вам через книг, тем больше вы будете радоваться. Примите честное слово, я сам для себя это знаю. Спасибо! Дамы и господа, встречайте 80 лет юбилея нашего региона.